заседании ученого совета традиционно открыл гимн Казанского федерального университета и вручение исполняющим обязанности ректора Казанского университета Дмитрием Таюрским ведомственных наград России и Татарстана отличившимся сотрудникам. Медали за вклад в реализацию государственной политики в области образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации вручается проректору по вопросам экономического и стратегического развития Марату Рашитовичу Сафиуллину. Далее программа не отклонялась от привычного сценария. Представив повестку дня, на которой были рассмотрены вопросы присуждения должностей и научных званий, приступили к обсуждению. Также, что является немаловажным для обучающихся Казанского федерального университета, комиссия ученого совета единогласно проголосовала за повышенную стипендию для студентов за особые заслуги. За то, чтобы утвердить данные поправки в регламент, и чтобы наши студенты могли получать повышенные стипендии за особые достижения. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Кроме того, стоит отметить, что на заседании был представлен университетский рейтинг за период с 1 октября по 15 декабря 2021 года. И было озвучено, что 1 апреля 2022 года рейтинг будет обновлен. Далее поднимались вопросы о выдаче дипломов докторов и кандидатов наук. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Универньюз.